взять власть, как это сделать технически. Нам сейчас, вот мы здесь и есть сейчас, Харьковская община. Мы община города Харькова. Конституция это написана как громада. Вот именно сейчас мы должны из своих рядов выбрать своих представителей. Потому что депутаты, которые сидели здесь до этого, нашего доверия не оправдали. Они прогнулись под Киевскую хунту. И значит, мы должны выдвинуть сейчас из своих рядов народных депутатов, депутатов областного совета. Нам нужно сейчас составить списки и провести внеочередное заседание областного совета. По примеру только сделал Донецк! На этом заседании областного совета мы должны принять следующее решение. Объявить территорию Харьковской области территорией действия Конституции. Да. Требовать от Януковича обеспечить процедуры легитимной передачи власти, принять решение о проведении референдума о федерализации на территории Харьковской области. Да! И последнее. Обратиться к России как к гаранту нашей суверенности и безопасности о защите населения Харьковской области от фашистской хунты. Да! Россия! 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 Россия!